Гармошка – инструмент, из которого льется самая душевная музыка, всегда понятная и близкая русскому человеку. 13-й фестиваль «Играй гармонь» открылся в понедельник в Иванове. Участники мероприятия должны были пройти по Шереметьевскому проспекту, но из-за дождя пришлось остаться в зале бывшего ДК железнодорожников. Впрочем, настроение это никому не испортило. Фестиваль этого года посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне. Именно фронтовые песни и открыли мероприятие. Свое мастерство на этом фестивале продемонстрируют гармонисты, частушечники, плясуны из разных регионов страны. Подведение итогов состоится в этом же зале 13 июня в 11 часов. Мы приехали очень хорошим настроением. Прекрасным настроением. А исполнять будем. Муж будет исполнять. Наигрыши произведения на гармошке. Потом у нас семейный дуэт. Мы поем. Пустомелия. И... частушки под гармонь, по-вичушски. По-вичушски, частушки по-вичушски. Мы по-вичушски играем, мы по-вичушски поем. Мы нигде не пропадали, ну и здесь и пропадем.